Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, сегодня мы будем проходить с тобой события Свирепые против Хранителей. Но прежде чем приступить, давай заберем свои награды. Так, бесплатный пак, монеты Одина. И начиночка: Кревет, Шепот Смерти, Дымодышащий. Ну и немножко ресурсов. Кстати, друзья мои, мы можем с вами прокачать наш зал совета, но нам нужно 495 миллионов древесины. А у меня всего лишь 266. То есть это еще нужно 230 миллионов где-то добыть. 200 миллионов, это дофига, друзья мои. Это очень много, и, наверное, в этой серии у нас не получится собрать нужное количество. Опачки, ну-ка, барсик. Конечно же, не получится прокачать его в титаны. Мы будем с тобой долго и упорно здесь трудиться, чтобы его перевести. Так, начать обучение, пускай летит. Так, корона нам не нужна. Эти ребята у меня на заданиях. Так, Беззубик. Чтобы ему дать 80 уровень, нужно 400 миллионов древесины. Нет, я на это не пойду. Я, знаешь, что лучше сделаю? А что я могу сделать? Кстати, да, мы сейчас с тобой его отправим на поиски. По-моему, Громорога у нас нету, да? Нет, Громороги есть. Подожди секунду, а кого же нету? Какого-то... Вот, пускай он его и ищет, да? Отправим его в путешествие с тремя сундучками. Пускай летит. Так, дальше что? Рыба у нас 500 миллионов, то есть полностью все забито. Здесь тоже мы не можем взять. Так, хорошо. Тогда давай посмотрим, что у нас там зеленая смерть принесла. Сломанный меч и 84 тусклого янтаря. Пускай идет на поиски. Так, секундочку, а тут что у нас? 83 уровень, громобой защитник получает. О, даже как. Да, кстати, друзья мои, я сегодня прошел событие одно за кадром, потому что там оставалось буквально сколько? 6 часов, и я был на работе, поэтому пришлось вот как бы за кадром делать, иначе бы я его не прошел и записать, соответственно, тоже бы не успел. Так что давай заберем награды. Так, новый набор карт, открываем. Монеты. Так, Ужасное Чудовище, Шепот Смерти, Вострозуб. Да, очень мало, конечно, ребята, древесины нам достается очень мало. Так, у нас Блестящий Янтарь, 3 штуки. Забрали, и еще один набор карт. Ну, понятно, что монета Одина, и что у нас тут? Опять Чудовище, Шторморез, Водорез. Так, какой-то дракон. А, нет, ребята, Шестеренка, я уже думал, там дракончик нам выпадет, нет. Ну что же, здесь у нас, ребята, паков нет вообще ни одного, поэтому сегодня, наверное, успеем еще набить. Надеюсь на это. Так, задание. Получаем 5 рун и 30 склянок. Со светлячками, естественно. Кстати, давай-ка мы с тобой посмотрим, сколько у нас вообще склянок накопилось в данный момент. 2840. 2840, это, ребята, очень мало. Могу вот взять себе вот этого огнестрела. Но он зеленый, ребята. Это эксклюзив у нас, да? Гроза Мария у меня есть. Драконы с песка. Но это уже просто идут, ребята. Подожди-ка. Ну да, это обычные здания. Они мне не нужны. Болт и поплавок. Ну вот огнестрел или ближайший, кто у нас может, Солнцелов. Ну, естественно, хотелось бы мне получить Инферно. Ну, 13 тысяч за 54 дня даже не соберу, ребят. Ни при каких условиях у меня не получится. Так, тусклый янтарь я могу заказать? Могу. Так, пускай перерабатывается. Ну что, наша цель с тобой — получить 495 миллионов древесины. Правдами, неправдами, но надо добиваться этого. Ну что, пойдем на события. Так, оно у нас получается коротенькое.
Раз, два, три, четыре, пять. Пять поединков. Ну что, поехали. Здесь мы боремся за пак. Потом у нас будет 100 рун. И там дальше у нас пак, да, получается. Громобой плюс громыль. Две волны всего лишь. Окей. Так, начнем, наверное, мы с громыля. Ну, давай, пыхти. Кусаем. Слушай, можно, в принципе, ему защиту понизить, да? Если мы понизим защиту, соответственно, быстрее его разберем. Поехали. Он же сейчас фаербол залепит. А, нет, не успел. Так, ну что же, тогда сделаем следующий ход. Так. С пониженной броней он быстрее будет разбираться. Это естественно. Давай, наверное, хильнемся. Так, последняя волна. Костолом и... Кто ты такой, а? Я не помню, ребят, я уже забыл, как его увеличать. Если честно. Но я знаю, что он безобидный. По крайней мере, у него нет никаких таких суператак мощных, которые мы не могли бы тут нанести офигенно урона. Вот Костолом, да. Это же, по-моему, ребята, сородич Лаварыга, если я не ошибаюсь. Давай, наверное, мы хильнемся и продолжаем бомбить. Но это событие у нас, ребята, короткое, поэтому мы его быстро очень пробежим. Тут эти, смотри-ка, дракончики радостные. Это маленький Костолом, а вот это вот кто у нас? Это, по-моему, маленький Шторморез. Нет, это не Шторморез, это кто-то другой. Это кто-то другой. Так, ну что, прошли с тобой первое испытание и двигаемся дальше. Ну давай крутанем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Прилив сил, две штуки. Слушай, ну это круто. Как раз для босика пригодится. Так, и забираем с тобой пак. Так, друзья мои, теперь пойдем бороться за 100 рун. Потом 200 склянок. И в конце светлый янтарь будет нам доступен. Ну что же, посмотрим, кто у нас здесь. Опять же, сородич Лаварыга и Костолом. Окей. Слушай, смотри, сколько у меня, ребят, прилив сил. 10 штук я уже накопил. Ну, это хорошо. Так, Костолом у нас бьет Штормореза. Так, здесь уклонение. Погнали. Понизим ему броню и быстрее его, соответственно, разберем. Слушай, а он у нас может разбегаться или нет? Я вот не помню. По-моему, он может, да, делать разбег и глушить, естественно. Поэтому вот так сделаем. А этого, наверное, будем в слепоту бросать. Вот таким вот образом. И заодно посмотрим, что он будет делать. Да, ребята, он разбегается. Он глушит, но под уклонением, естественно, он не попадает. Так, сейчас мы его с тобой разберем. Давай хильнемся, наверное. Теперь атака и добивка. Вторая волна. А здесь у нас громобой и громоль. Начнем, наверное, вот с этого малыша. Я так понимаю. Понижаем броню. Так, свирепый против защитников, да? То есть, получается, у нас идут защитники, а мы с тобой должны быть свирепыми. У нас из свирепых только один, это Кривоклык. Так, ну что, громобой сейчас что-нибудь сделает. Понятно. Понижаем броню и уничтожаем. Круто. Крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадет. И это 100 миллионов рыбы. Жалко, что не древесины. Древесина мне здесь больше нужна. Ну что, забираем 100 рун. И пойдем уже бороться с тобой за 200 склянок. Поехали. Так, это получается 1, 2, 3. Три поединка еще впереди. Размажем их просто-напросто. Ага, здесь, значит, скала плюс... Костолом.
Начнем, наверное, со скалы. Так, понижаем броню. Тут без этого никак нельзя, иначе, ребята, мы их будем тут до посинения бомбить. Сами понимаете, это защитники, у них очень много хп. Так, и... подожди. Почему они все время бомбят мне Барсика? С чем это связано, я не понимаю. Так, посмотрим, зеленые бьют фиолетовым. Понятно теперь. Потому что у них по фиолетовым идет усиленный дамаг. Вот из-за этого все. Так, сейчас что-то будет. Ого. Быстро же он переобулся. Бомбил Барсика, потом переключился на штормореза. Но, как ты понимаешь, это ему не поможет. Так, мы с собой хильнуться успеем? Не успеем. Так, на второй волне тогда попробуем сделать. Так, а тут громорок еще. Блин, как сделать-то лучше? Давай, наверное, вот так вот. Плюс отхил. И кусаем. Надо было, конечно, понизить броню, но у ребята у штормореза было мало здоровья, поэтому пришлось так сделать. Что-то они как-то тут часто ходят. Опа, уклонение. Шикарно. Так, наверное, нам еще нужно будет хильнуться. Добейте громо... да, громобой добит. Так, ну что, теперь, наверное, будем брать все-таки Костолома в оборот. Поехали. Понижаем броню. Почти, ребят, почти смогли его уничтожить. Чуть-чуть не хватило нам. Опа. Ты смотри, что он сделал. Пробиваем срочно ему эту защиту. Через отхил, да? Вот так вот. Ну и теперь у нас громорок под ударом. Но он никуда, ребят, не денется. Мы его сейчас тут быстренько распетрушим. Ах ты, чуть-чуть не добили. Все, крышка ему. Поздравляю нас с победой и двигаемся дальше. Так, давай крутанем, посмотрим, что нам здесь выпадет. И это пак. Вот оно как, да, значит. Ну что, друзья мои, получаем 200 склянок. И переходим на мини-босика. Мини-босика побеждаем. И уже потом в конце будет главный босс. И потом пойдем на арену, естественно. Блин, я думал, что мы здесь с тобой сможем заработать древесины. Но, как видишь, кроме рыбы мне здесь ничего не выпадает. Жаль, очень жаль. Так, ну что, два костолома. Плюс лаварык, да, сородич, скажем так. 15-14 уровень. Ну, пока терпимо, ребят. Пока они не стали делать свои суперудары, жить, как говорится, можно. А вот здесь дилемма. Если я сейчас хильнусь, 100% они будут бомбить. Поэтому нам придется хиляться. Точнее, а, у меня даже хила нету. Ладно, на свой страх и риск. Ребят, сейчас будут две атаки. Кто-то из них 100% будет делать разбег. Так, уклонение. А вот это, наверное, шандарахнет. Так и есть. Так и есть. Минус один. Но зато мы с тобой сможем хильнуться. Если, конечно, у меня шторморез очухается. А он и не собирался. Уклонение, ребят, нам крупно повезло. Потому что сейчас бы он мог его просто добить. Но он промахнулся. Так, продолжаем бомбить. Так, этот сородич лаварыга. Ну, вот сосунок, он нам не страшен. Вот опасность где. Так, поехали его тормошить. Хиляемся. Это еще только первая волна, причем. Так, ну что, будет защиту на себя ложить или нет? Не стал ничего делать он. Ну и зря. Так, добиваем. Кто у нас здесь? Громорок, Костолом и лаварык сородич. Я начну, наверное, ребята, с Костолома все-таки. Как можно быстрее его сейчас забомбим. Так, а этот у нас тут, ну, как обычно,
Он что, он у нас, по-моему, даже не бафер, он, скорее всего, защитник, да? Он делает щиты и, по-моему, отхиливает. Я могу, конечно, и ошибаться. Так, уничтожаем с тобой Костолома. И поехали теперь на Громорога. Что он будет делать? Бомбит просто. Окей. Ну что, продолжаем бомбить его. Понизим броню. Тем более, это мини-боссик и есть. Сделаем вот так. Вот что делает. Промахивается, ребят. Ну что ты там задумался? Все, отхиливаемся. Так, и остался у нас Лаврык. Ну, с ним, ребята, все намного проще. И волна последняя. Сейчас пойдем с тобой на босса. Я, в принципе, даже, наверное, догадываюсь, кто будет, ребята, боссом. Костолом, 100%. Только какой-нибудь мутированный. Ну что, крутанем? Посмотрим. Опять, а, рыба. 125 миллионов. Зачем столько рыбы мне, а, друзья мои? Мне нужна древесина, причем позарез. Но не везет мне. Ладно, давай попробуем забомбить с тобой Босяцкого. И уже пойдем на арену. Так, кто у нас Костолом? Ну, я же, ребят, говорил, что это будет босс. Но там еще вторая волна. Хм. Так, наверное, мы все-таки начнем с уничтожения приспешников. Потому что его нам сейчас 100% не пробить будет на легкую руку. Уничтожим с тобой, наверное, в начале Громорока. Теперь... Слушай, а этого можно не трогать. Этого пока можно не трогать. Начнем с Босяцкого. Так, отхиливаемся. Ага, отхиливаемся. У меня не хватает энергии на отхил. Так, что он будет делать? Ну, просто ударит и... Отлично. Просто у Барсика мало здоровья, я боюсь сейчас. Все, отлично. Блин, зачем я опять сделал понижение брони? Мне нужно хильнуться, причем быстрее как можно. Вот, сейчас мы с тобой оторвемся. Вот оно, хилочка. Но мало. Здоровье мы полностью не восстановили. А здоровье его уменьшается. Так, ладно, просто укусим. Он сейчас будет щиты ставить. Нет? Ну и зря. Так, удар. Если я его укушу... Блин, а мне придется, ребята. Так, и здесь у нас... Громель. Босс. И плюс два последователя, да? Сделаем тогда вот так с тобой. Кусанем. Блин, если этот начнет фаерболами бомбить, нам не поздоровится. Ай-яй-яй. Надо понижать броню как можно быстрее. Хотя бы от одного избавиться, там уже будет попроще нам. Или хильнуться лучше. Я, наверное, хильнусь. Видишь, никто, ребята, даже не тратит энергию. Специально вот этот хорек сейчас будет бомбить. Смотри. И, наверное, ох. Фига, он вмазал. Вот об этом я тебе и говорил. Так, ну что, у нас есть возможность отхилиться? Успеем, как ты думаешь? Или он сейчас опять звезданет? А ведь он звезданет, ребята. У него будет 4 энергии, поэтому нам придется сделать вот так вот. Не понял. Так. Хиляемся, да? Этого мало, если честно. А вот сейчас он будет звездерить. Слушай, нет, нам повезло. Он почему-то не стал делать фаербол, но он что-то затеял. Что-то затеял недоброе. Так, уничтожаем этого хорька. Ну все, Громель остался один. Теперь я думаю... Твою налево, как он шпарит, а? Ты посмотри. Понижаем ему броню. Делаем слепоту. И все, ребят. Этот голубчик теперь никуда не денется. С пониженной броней мы его будем круто уничтожать. Плюс мы его не будем выпускать из слепоты. И все. Да-да. Немножко придется, конечно, тут помурыжиться, но это ничего страшного. Опять его бросаем в слепоту.
Ну и по закольцованному кругу. Так, не надо нам никакие понижения брони. Хотя, ребят, когда уже останется, например, два деления, можно понизить ему еще и броню в придачу, чтобы быстрее его добить. Так, удар. Так, а, ну да, все нормально, ребят, все нормально. У него еще висит слепота, поэтому нам ничего не страшно. Ну что, последняя слепота вешается на него. Я думаю, что этого нам за глаза хватит. Разбомбить его. Конечно. Губишки раскатил, на. Ну что, барсик добьешь? Ай-яй-яй. Тогда вот так вот. Ну что, друзья мои, испытание мы с вами это прошли. Ну-ка, что нам здесь достанется? Опять рыба, что ли? Трындец, ребят. А, кстати, когда колесо крутилось, я там не видел даже, чтобы была древесина. По-моему, ее просто и не было здесь. Ну что, забираем с тобой светлый янтарь. Три штуки. Забрать. Так, что у нас тут? 250 тусклого янтаря. То есть уже, ребята, да, 12 часов ночи. Сижу, дрынкаю. Так, событий никаких у нас не намечается в ближайшее время, как я погляжу. Что это? Что, погоди-ка? Трупожабка? Ничего себе, трупожабка. Так, ладно, ребята, пора забирать наши награды. Так, открываем пак. Монету. Кстати, подожди секунду, мы же можем с тобой открыть паки, которые вы мне тогда рекомендовали. Там же вроде бы неплохо выпадает древесина. Точно, я что-то забыл про него. Он же стоит, по-моему, 30 рун. Ой, 30 рун, 30 монетудина. Да-да-да, мы сейчас, кстати, с тобой так и поступим. Потому что я представляю, сколько будет у нас зал совета по времени делаться. Так, где же это у нас находится? По-моему, здесь. Заходим сюда. Ищем. Не понял. Как понять, продано? Что значит продано? Зашибись, ребята. Так, набор ресурсы. Ну что, попробуем здесь фартануть удачу. Так, железо. 15 миллионов, 10 миллионов, 15. Не, ребят, ну это так не катит. По 10 миллионов у нас 300... Блин. Почему продано-то, а? Кто раскупил все это, а, друзья мои? А здесь, я так понимаю, чисто рыба, да, будет выпадать? Да, 100% рыбы. Ну, блин, я тут, ребят, запарюсь, если честно. Собирать вот. Я больше тратить буду на этих. Нет, железо, конечно, выпадает, это хорошо. Но по 10-15 миллионов рыбы. Так, 377. Ай, жалко тратить. Но придется, друзья мои. Вот, знаешь, просто безвыходное положение. Сколько там еще карт? Осталось 3, говорят. 3 карточки. Покупаем. Так, 15, 10, 20. О, ребята, скоро еще надо, наверное, взять. Еще буквально, наверное, один, может быть, пак, скорее всего. И нам этого будет достаточно. Поехали. Так, рыба, рыба, древесина, древесина и древесина. Все, ребята, есть контакт. Улучшаем. 5 дней будет все это делаться. Ну, выбора у нас нет. Придется терпеть 5 дней. Так, ну что, а мы с тобой отправляемся на арену. Давненько я на арене не был. Если честно, так, смотри-ка. 2 красных против нас. 2 красных — это плохо для меня. Плюс уровень 15, да? Ну что же, давай поборемся. Начнем, наверное, ну, с этого придется. Потому что повышенная атака по нему идет. Так что в наших интересах, естественно, с него начинать. Уничтожим штормореза и все. Дальше они поплывут. Промахнулся, фу. А вот это бобо было. Так, хиляемся, наверное. Так, сейчас что-то будет. Или этот будет разбег делать. Скорее всего, он.
Сейчас разбежится, звезданет, кого-нибудь оглушит. Ага, не успел. А кто не успел, тот опоздал. Ну, а Кривоклыка мы с тобой вообще на изи разберем. У него же нет массовых атак, у него только есть повышение защиты. А, ну слепота, слепотой он не пользуется. Так что, адьюс. Ну, как-то у нас здесь... Ага. Лаварык, Шторморез и Крылатый Ужас. Начнем, наверное, Штормореза. Он самый ватный, мне кажется, да, из всех. Этот самый тяжелый на разбор, а этот самый мощный по атаке получается. Что он будет делать? Блин, вот это вот замедление, конечно, это бесяво. Замедляет, плюс еще и понижает атаку. Так, Лаварык, успокойся. Окей. Так, что он будет делать? Он что, каждого так собирается, что ли? Захомутать, я не понял. Хиляемся, ребят. Вот так вот. Ну, Лаварык, ты уж извини. Тебе с нами не справиться. Ничего тебе здесь не поможет. Как бы ты ни сопротивлялся. Даже слепоту не буду вешать. Просто раскурочим его, да и все. Так, хильнемся. Добивка? Да, добивка. Отлично. А здесь у нас Шепот Смерти, Костолом и Сарделька. Естественно, сразу начинаем бомбить Шепот Смерти, чтобы он тут не буянил. Так, Сарделька. Хитрая Сарделечка, ну это понятно. Так, стоп, ё-моё, все-таки успел сделать. В кого? Ух! Ты серьезно? Фига он, ребята. А, 17 уровень, что ты хочешь? Ну, понятно. Все, я теперь понял. Так. Блин, добить-то не получится. А он же сейчас будет делать суперудар, 100%, ребята. Ну, точно. Хорошо, что я слепоту на него повесил. Ты посмотри, как он вжарил сардельки. Не кислый, верно? А Барсика, скорее всего, сейчас разберут. Скорее всего, сарделька постарается. Угу. Фигово дело, друзья мои. Так, давай, бомби в кому-нибудь. Он уничтожит сардельку. Блин, нет. Не то ты делаешь. Так, ну что, наверное. Да, я повешу еще слепоту. Ух ты, ничего себе. Так, вот это мне совсем не нравится, ребята. Вот это мне совсем не нравится. Вы что, борзели, что ли? Я не понял, эй. Так, Шепот Смерти, помогай давай. Сейчас, прикинь, с двойной атакой, с усиленной еще. Давай свой суперудар, заряжай, пожалуйста. Есть. Отлично. Твою налево, ребята, я забыл, что... Я забыл, что на нем не висела слепота. Просто давненько я на самом деле не проигрывал в сухую, если честно. А там меня распетрушили, будь здоров. И всему виной там был именно, ребята, Шепот Смерти. Как-то не странно. Именно он со своей суператакой 17 уровня. Да, заряжал, конечно, будь здоров. Так, ну что, давай здесь не обделаемся с тобой, а сыграем как можно хорошо. Барсик, добивай громобоя. Так, этот будет что делать у нас? Атаковать просто. А этот будет разбег делать, да, скорее всего. Слушай, нам пригодится, наверное, хилка с тобой. Нам пригодится отхил. Так, что он? В кого бежит? Давай только Штормореза не трогай. Так, он тебя и послушал. Так, не добьет? Нет, слава богу. Ну что, я могу сделать слепоту, ребята? Пускай он помогает нам. А раз пошла такая гулянка. Так, а мы будем бомбить тоже Громорога. Так, сейчас что-то будет плохое. Твою налево, а? Ну ты посмотри. Так, Ханорик, давай добивай своего кореша со своим разбегом. Ну, отлично.
Бубух. Блин, не добил. Слепоту. Погоди-ка, слепоту. Ну да, все правильно. Ослепляем, добиваем и начинаем костолому бомбить. Так, опять разгоняется. Но он слепой, поэтому нам не страшно. Кусаем. На что ты там дергаешься? Ну все, по-моему, ему крышка, ребят. Сейчас мой кривоклык его добьет. Как-то так. Ну вот, друзья мои, пак вождя. Кстати, нам выпал редкий с тобой пак. Ну и два обычных. Начнем, наверное, с открытия редкого. И, соответственно, пак вождя. Шепот смерти. Так, душитель. Пристиголов. Шипарис. Злобный змеевик. Роза ветров. Блин, вот где мне ее взять, ребята, а? Где эту розу ветров вообще можно взять? Потому что когда я смотрел, где ее можно добыть, там написано: покупай ее за руны. И сумма там сколько? 8000 рун, по-моему. Но на самом деле это очень дорого. Так, все ячейки заняты. Да, я хочу продолжить. Мне нужен еще один пак вождя. Ох ты, крылатый ужас, все дела. Ну, я думаю, мы здесь справимся. Так. Роза ветров? Нет, это, ребят, не роза ветров, ведь так? Это шипарис, по-моему. Но, да, надо начинать с него. Скорее всего. Хотя, что этот, они оба противных. И что делает? Понизил сразу броню. Сходу. И этот подхалим, естественно, на халяву, на мягкий кусочек нападает. Так, успеем, успеем отхиляться с тобой, слава богу. Но этого жулика все равно нужно бомбить. Так, он сейчас понизит твою налево скорость. А этот добьет уже. Ха! Шикарно, ребята. Нам повезло, что он промахнулся. Так, ну давай, Барсик, мсти. Правда, тебе крышка сейчас будет. Но хотя бы удар ты сделал. Так, ребят, понижаем, естественно, броню сразу же. И приступаем к атаке. Все. Великолепно. Здесь у нас тройной удар, я смотрю. Опять же, скала и Барсик. Поехали, наверное, с тройного удара начнем. Ну, понятно, массовая. Так, нам нужно его как можно быстрее уничтожить. Блин, штормари забомбят, а? Это плохо. И хильнуться не можем, прикинь. Так, сейчас они вдвоем сходят, наверное. Блин, по-моему, шторморезу минус. Я так и думал. И этот сейчас. Так, продолжаем, ребят. Можем, кстати, попробовать сделать. Да, так будет эффективнее всего. Не уничтожь, главное, мне Барсика. Ху, повезло нам. Так, поехали. Этот добьет его. Давай, делай свой разбег. Убивай своего напарничка. А мы уже разберемся с тобой. Так. Замечательно. Так, он промахивается, что бы он ни делал. Потому что слепой. Да, мы его добьем. Даже не надо слепоту вешать. Отлично. А в этой схватке участвует громобой, вражеский барсик и пристиголовый. И если не ошибаюсь, вот именно этот пристиголовый шпарит огнем фаерболы. Очень болючие причем. Так что, наверное, я все-таки начну с него. С разбора. Так, тихо, не надо выпендриваться. Так, сейчас посмотрим, если он будет фаерболы. Да, ребята, это именно тот. С фаерболами. Все, минусанули мы его. Так, блин, шторморезы убили. Что будем делать? Промахнулся, отлично. Так, сейчас, секунду. Наверное, все-таки громобой бомбить. Блин, супер удар сейчас будет. Это плохо. Это очень плохо. Немоту повесил на меня. То есть я даже не смогу ничего применить. Да, это плохо. Сейчас, наверное, добьют мне Барсика. Нет, скорее всего, всех добьют.
Да. Что-то пошло не так. Здесь у нас с тобой парящий прихвостень. Так, змеевик и тройной удар. И тут, естественно, с парящего прихвостня надо начинать. Ребят, я понимаю, почему я проигрываю. У них уровень пошел повышенный. 17 уровень. Практически везде выпадает. А у меня только лишь вот 16 максимальный. Запредельный для меня, по крайней мере. Поэтому мне с ними очень здесь тяжело бороться. Атаки слабые, очень слабые, ребят. Ладно, будем... А, тут еще и пониженная у нас. Тут броня понижена, здесь атака. Здоровски. Весело живем, да, друзья? Ну что, змеевик, в кого будешь бомбить? Понял. Так, тройной надо валить, ребята, тройного удара, иначе... Сколько он там, 3 энергии им нужно или 4, чтобы сделать свой супер... Удар, блин. Так, змеевик. На тебе, гаденыш мелкий. Слепоту. Слушай, ну теперь-то мы его разберем. Теперь нам не страшно. Так. И слишком часто он ходит. Все, ребята. Забираем пак вождя и смотрим. Так, душитель, костолом, крылатый ужас, остроклый, рылый змеевик и парящий прихвостень, плюс кривоклык. Вот как-то так. Забираем здесь еще свои награды. Так, 10 рун. 70 склянок и еще 60 склянок. Вот так вот. Обучите 20 драконов, я обучил только 17. Соберите предметы рыба с драконами. Два. У меня только 62 миллиона, ребята. А тут 2,1 квинтиллион, что ли? Сколько это должен собрать? Дофигища, короче. Так, ну что, давай посмотрим, что у меня тут по драконам. Все летают, все в пределе. Так, древесинка еще в запасе есть. Так, этот у нас, по-моему, переполнен, да? Слушай, я могу еще отправить обучаться. Но для этого нужно взять древесину. 22 миллиона древесины. Кого отправим обучаться? Скажи-ка мне на милость. Так, лети. Почемуч. Почемуч у нас, ребята, на 80 уровне может добывать. Вы говорили, прокачай вес на чёс. Ну, ребят, прокачал и смотри. А, нет, там уже 80 уровень. Кстати, вот его можно и отправить на обучение. Но 80 уровень, мы, наверное, будем с тобой долго добираться до этого. Так, ты у меня имеешь 65 уровень. Иди. Чего не хватает опять? Древесины. С этой древесиной у меня, ребята, все идет под откос. Ну ты представь, да? Вот мы с тобой сделаем через 5 дней зал света. Потом, как ты помнишь, у нас будут домики викингов строиться там не один день. Потом нам нужно с тобой повысить, естественно, лохань и дровницу. То есть это как минимум полмесяца мы будем с тобой тут стройкой заниматься. Так что на многое не рассчитывай. Так, ладно, пускай пока летят. Ну что, друзья мои, а я, пожалуй, буду на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!